Христос воскрес, и в этих двух словах такая мощь, победа и свобода. Но это может только тот понять, кто сердцем растворился в Слове Бога. Христос воскрес, воскрес, воскрес! Ликует сердце, представляя ясно, как это было, как зажегся свет в учениках, и тьма погасла. Как преклонился перед ним Фома, не веря чудо воскресения, как в трепете Мария ожила, как Иоанн и Петр пришли в волнение. Воскрес Господь, отвален гроба камень, огромный груз вины упал с моей души, и грех прощен. Иисус сказал: «Я с вами до века окончания во все дни. Я возвещаюсь подвигом любви, и небо, торжество в моем спасенном сердце, оставил на земле Христос следы, чтоб шли за ним мы с радостной песней. Сегодня, через много сотен лет, склонился я к его ногам смиренно, пред взором мысленно Голгофский крест и величайший из всех побед победа». Аминь.